сохранить и передать будущему поколению лучшие образцы кряшинского музыкального творчества, традиции, обычаи этого народа, а также выявить талантливых исполнителей кряшинской песни. Вот всего лишь несколько целей традиционного республиканского конкурса фестиваля «Туам Жендозе. Рождественская звезда». Кряшинская культура еще в себе таит ранее неизвестные как свои свойства, качества. Вот, например, это костюмы. Вот одели костюмы, эти костюмы могли бы, например, похвастаться музеем даже, потому что очень редкие костюмы были. Ну и интерес к традиционной культуре у молодежи проявляется именно через такие фестивали, потому что как бы показываем значимость этой культуры, ее нужность. История фестиваля очень насыщена. В этом году он проходит 8-й раз. Участники прошлых лет не дают о себе забыть и продолжают свои творческие пути на более высоких уровнях. Конкурсанты начинают работать в государственном фольклорном ансамбле «Кряшин Бермянчек», поступают в музыкальные вузы Татарстана, поют в других известных ансамблях и представляют кряшин на международных конкурсах и фестивалях. В Чистополе сегодня состоялся один из зональных этапов фестиваля, где принимали участие артисты из близлежащих районов. Наш район на конкурсе представил народ фольклорный ансамбль «Карендеш» из Бахты. Подавляющее большинство жителей этого села – кряшины, и они чтят традиции и обычаи своего народа. У нас живет очень добрый, трудолюбивый народ и очень активный. Они помогают нам мероприятия проводить разные, участвуют в разных мероприятиях. Но очень активный народ. Мы очень хорошо готовились. Каждый день на репетиции приходили. Нас очень хорошо учили. Угу. Вот и мы хорошо выступили. Думаю, мы займем 1-е место. В январе состоится заключительный тур, по итогам которого определятся победители конкурса фестиваля. Свои таланты в исполнении кряшинской песни сегодня на сцене умело демонстрируют и дети, и взрослые. И с каждым годом география участников конкурса расширяется. А это значит, отмечают организаторы, кряшины во всех уголках республики и за ее пределами песни своего народа помнят и знают, и бережно передают их будущим поколениям.